В этот день здесь чествовали супружеские пары, отметившие бриллиантовую, золотую и серебряную свадьбы. И, конечно, многодетные семьи. За 10 лет поздравления здесь принимали более 100 адлерских семей. В этот раз примером долгого и счастливого брака назвали Вартануш и Гургена Карапетян. Их знакомство произошло в далеком 1962 году во время учебы в школе номер 7 Нижнешиловского сельского округа. Оба супруга всю жизнь работали в Сочи. Он в чайсовхозе, она в поликлинике. В этом году они отмечают изумрудную свадьбу, 55 лет совместной жизни. Именно в этот день мы должны вспомнить о том, что огромное счастье любить, это огромное счастье дано всем нам, людям, живущим на земле. Для этого нам нужен мир, для этого нужно взаимопонимание и для этого нужна верность. А вот дружная семья Борисовых поведала свою историю. Супруги познакомились в Темрюкском храме. Надежда решила покреститься, а Алексей служил там священником. В их семье уже 5 детей. Алексей служит священником в Адлерском Свято-Троицком храме, а Надежда трудится там вторым регентом. И муж, и жена постоянно проводят беседы с молодыми семьями, подростками группы риска, призывниками, организуют мероприятия, направленные на сохранение духовных традиций. Мы надеемся, что помощь святых Петра и Февронии поможет возродить те духовные традиции, которые важны сегодня для семьи, а значит, важны и для нашей страны. Таких крепких семей в районе много. Каждой ведущей посвятили несколько строк. Поздравили всех юбиляров своими выступлениями участники хореографического ансамбля «Сюрприз» и вокальной группы «Ван».